Самаре более 850 зданий, которые считаются объектами культурного наследия. Из них 578 в полной или частичной муниципальной собственности. Чтобы привести их в порядок, а затем сохранить, управление главного городского архитектора разработало муниципальную программу. Перед городскими служащими документ ставит следующие задачи: учет всех объектов, их ремонт и реставрация, если требуется, регулярный мониторинг состояния зданий и популяризация их историко-культурного наследия. Здесь, как говорится, всем миром. Почему? Потому что речь прежде всего идет о тех объектах, которые находятся, конечно, в муниципальной собственности, и за которые органы местного самоуправления несут персональную ответственность. А таких объектов очень много. Если говорить о территории городского округа, их порядка 580. Работа по сохранению объектов культурного наследия выполнялась и до этого проекта, но теперь эта работа станет более системной и организованной. Проект программы обсуждали на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Мэр поручила главам районов и руководителям департаментов изучить документ и внести свои предложения и идеи. Коллеги, кому поступит этот документ, прошу максимально короткие сроки внимательно отсмотреть документ, но тем не менее не задерживать. Муниципальная программа рассчитана до 2030 года, как и региональный аналогичный документ. Планируется, что к этому сроку не менее 55% объектов культурного наследия Самарской области должны будут находиться в удовлетворительном состоянии. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.